Итак, друзья, всем привет! Вы на моем YouTube-канале, меня зовут Виталий Андреевец. Сегодня опять любимая тема — распаковочки и обзорчики. Спонсором данного выпуска является интернет-гипермаркет Zeon. Лучшие цены, ребята, только у них. Ссылочки в описании. Сегодня опять же бренд Xiaomi. И опять же ножи. Вот, ножей у нас много. Это набор 4 в одном. В данном наборе имеется 3 ножа и овощерезка. Сейчас вам продемонстрирую. Пожалуйста, ба-бам! Отлично! Вот она. Данные ножи являются не железными, а керамическими, друзья. Также овощерезка тоже керамическая. Ну что, друзья, мы приступаем к распаковочке и обзору данных ножей. Я надеюсь, вам прошлый выпуск понравился, поэтому сразу же прожмите лайкосы. Поехали! Итак, друзья, представляю внимание набор 4 в 1. Хоу-Хоу Nano Ceramic Knife, если, надеюсь, правильно сказал. Сейчас мы его распакуем, посмотрим, что внутри. Коробочка из бумаги. Открываем упаковочку. И что же мы видим внутри? Ножи. Сейчас я вам достану. В принципе, покажу все, как есть. Ну и вообще резко. Все ножи находятся вот в таких вот чехлах. Пожалуйста. Вот они достаются. Ну, я так понимаю, чтобы для безопасности перевозки. Ну, я думаю, что и хранить, в принципе, тоже можно. Вот, смотрите, друзья. Вообще резко, вот, друзья, в таком форматике. Я вам покажу крупные планы обязательно. Это все очень приятный, тактильный такой прирезиненный материальчик. Вот, прям очень приятно лежат они, на самом деле, в руке. В этой серии ножей 3 ножа в комплекте и овощечистка. Итак, друзья, нож идет вот этот 325 миллиметров, потом идет нож 230 миллиметров и ножик идет 200 миллиметров, то есть это длина. Ну, овощечистка идет 135. В чем же фишечка этих ножей, друзья? Керамические ножи изготавливаются длительным обжигом, алгомерацией и спеканием карбида циркония при температуре 1600 градусов. Мелкокристаллическая структура, которую приобретает керамика по завершении процесса, обладает особой прочностью. По твердости такой материал соперничает со сталью и уступает в этом споре только алмазу. Друзья, это просто бомба. Итак, какие преимущества здесь есть? Острые керамические лезвия значительно превосходят стальные. Новые технологии придают ножам свойства самозатачивания. Керамика не подвергается коррозии от воздействия пищевых кислот. Вот облегченный вес предметов и эргономичная форма ручки из полимера позволяют без усталости обрабатывать значительный объем продуктов. Это, соответственно, так. Ручки здесь довольно-таки удобные. Ножи легко моются, покрытие лезвий препятствует проникновению материала микробов. Ну, соответственно, понятно. То есть заплавлено прям все и все отлично. Итак, друзья, как говорится, опять мы сейчас произведем тест на бумаге, как обычно, ваш любимый. Вот, что еще хочу сказать вообще по поводу ножей перед тестом, да, то есть в этом комплекте есть очень классная вещь, это картофелечистка, морковка чистка и так далее, то есть в принципе все, овощечистка, да, то есть и можно чистить любые овощи, там, все остальное. Вот, очень удобная вещь. Скажу так, у меня были китайский вариант, но не к Xiaomi, естественно, просто намного хуже было сделано. Я это просто вспоминаю сейчас. У нас они быстро сломались и мы выбросили. Единственное, как бы, не знаю, в плане вот краш-теста мы здесь не делаем этих ножей, да? В плане, если они упадут на пол, разобьется он или нет. У меня китайские многие поразбивались просто-напросто. Вот, не знаю, то есть для этого нужно, естественно, протестировать более углубленно. Но у меня нет такой возможности, поэтому, ребят, кто такими ножами пользовался, пожалуйста, пишите в комментарии, как вам такие ножи, как вам такой продукт и так далее. Напомню, что стоимость этого товара примерно 60 рублей. Там 60-70 рублей, плюс-минус, в зависимости от магазина, но в магазине Zeon самые оптимальные цены. Итак, друзья, переходим к тесту на бумаге. Сейчас проверим вот этот крутой нож, как он порежет бумагу, я не знаю.
Смотрим. Вы все видели. Все четко. Переходим к следующему номинату. Берем ножик поменьше. Посмотрим. Ну, в принципе, все видите. Все режется, все прям очень круто. И последний номинант. Все отрезается очень серьезно. Главное не отрезать себе пальцы. Во время теста это вполне возможно, но все меры предосторожности приняты, поэтому надеюсь, этого не произойдет. Овощечистку я, естественно, не буду тестировать. Вот, овощи, ну, все знают, как ей пользоваться, поэтому смысла нет. Друзья, что я хочу сказать. Ножи эти, в принципе, достойные внимания. То есть, хороший будет подарок кому-нибудь. Можно женщине, можно мужчине подарить, если у него нету, допустим. Вот, на любой праздник это будет просто бомба. Поэтому мой вердикт, как бы, по этим ножам, мне лично они очень понравились. Керамика, все дела, то есть весь полный фарш, то есть все. Это Xiaomi, ребята, это тоже бренд, как бы, неплохой. Вот они выпускают очень много всяких товаров. Вот, на первый взгляд, скажем так, мне понравились. То есть, ну, чтобы дать конечный результат, это нужно пользоваться, я уже раньше так говорил. Друзья, всем спасибо за просмотр. Покупайте ножи, пользуйтесь. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Друзья, пишите комментарии, обязательно прям пишите, потому что все я делаю для вас от души. Всем удачи, здоровья и до новых встреч!